знаменитый вход Амаз. Сейчас мы перейдем к стенту Московской архитектурной школы. Вот здесь у нас представлен генеалогия развития Московской школы. С середины XVIII века была первая школа, организованная князем-архитектором Ухтомским. Затем в ней были Баженов и Казаков, известные зодчие. И на базе уже школы Казаков было создано в Кремле Кремлевское архитектурное училище. Вот здесь вот показано, где это было. И уже, значит, вот это была школа, где создано было Ухтомским в палатах охотного ряда, сейчас гостиница «Москва». А как только Казаков отстроил в 1804 году здание Сената, то второй этаж весь был отдан для подготовки архитекторов и стал называться Кремлевским училищем до 1866 года. Здесь готовили помощников и так далее, архитекторов. Значит, об этом у нас специально все написано и исследовано. Но в 1866 году получилось так, после реформ надо было здание освобождать, и было решено перевести в виде архитектурного отделения на Мясницкую улицу, где в это время было училище живописи, ваяния и ваяния. И после переезда здесь оно стало называться училище живописи, ваяния и зодчества, где, как в Академии художеств, здесь готовили архитекторов. Вот. Это тоже особая история. Но параллельно, значит, в конце XIX века еще была вторая художественная школа, где готовили художников. Но и предмет архитектуры там преподавался. Это Строгановское училище, ныне здание Мархи. Значит, но мы знаем, случилась революция. И революция случилась не только в общем, но и в системе архитектурно-художественного образования. В апреле месяце был издан декрет об ликвидации Академии художеств в Петербурге и у нас Московского художественного общества, при котором было училище живописи, ваяния и зодчества. И с этого времени все школы, не только в Москве, в других городах, Казань, Саратове, Самаре и так далее, стали называться свободные государственные художественные мастерские. Это была первая реформа. Вот у нас на антресоли вот есть специальная выставка. Ну, и начало этой школы было, и мы этот юбилей тоже вот сейчас отпраздновали, первая реформа, где СГХМ сокращенно. Строгановка стала первым свободным СГХМ, а училище живописи вторым, потому что в Строгановке готовили ремесленников, так же, как вот у немцев ремесленников. И для того, чтобы пролетариат обучать без предварительной подготовки и так далее, вот здесь были станки, устройства и так далее. А наше училище живописи, так же, как Академия художеств, она называлась Высшее художественное училище, где чисто искусство готовили, они на второй план отошли. Вот. Но, два учебных года показали, что, надо переустраивать систему, и решили слить вот эти свободные мастерские, на базе которых организовался ХУТМАС. Высшие художественно-технические мастерские. Вот. И они находились как раз в двух зданиях. Значит, Строгановка – это вот ныне Мархи на Рождественке и бывшее училище живописи на Мясницкой, где сейчас Академия Глазунова находится. Значит, собственно, это отдельная история, и об этом тема. Значит, что здесь произошло? Здесь произошло, что здесь были созданы новаторские дисциплины уникальные, которые способствовали необразованным там рабочим, способным людям как-то в тему входить. И этим мы прославились также на весь мир своим новаторством. Но вначале я скажу, что в 1927 году
они стали институтом называться, поэтому Высший архитектурно-строительный, архитектурно-художественный институт в Хутыин. А в 30-м году он закрылся. Но новый период, новая реформа. И все факультеты, их было 8, значит, как вот из училища живописи, архитектурный, живописный, скульптурный, и дальше были от строгановки текстильный, полиграфический, обработка дерева, металла, керамики. Значит, все факультеты раздали разным учебным заведениям. Значит, наша школа, архитектурный факультет, вместе с институтом, с архитектурным отделением при МИГИ МВТУ образовал архитектурно-строительный институт АСИ. 1933-го он именуется Московским архитектурным, МАИ назывался. А в 1970-м году его аббревиатура, потому что у нас был Московский авиационный институт, стал МАРХИ. И ныне он Государственная академия. Это вот что касается нашей вот истории. Значит, вот это теперь давайте несколько слов скажем про наше здание, где была Строгановка. Значит, вот здесь у нас специальная экспозиция есть. Вот сейчас уже Строгановка несколько раз справляет. У них был выдающийся ректор Глоба, который, значит, когда переехали сюда на Мясницкую, ну, у нас это ансамбль старой усадьбы, это отдельная песня. Ну, в общем, когда им выделили вот это помещение в 1890 году, то, значит, было несколько реорганизаций на другом плане. Но важно, вот в период Глобы, вот тут генпланчика нет, было, Строгановка принадлежала Министерству мануфактуры. И он подал заявление, и было решено расширить и сделать реконструкцию комплекса. И на базе старых построек вот было возведено вот это здание в 2014 году, которое, значит, должно было открыться в сентябре 2014 года с названием «Новые мастерские». Вот. Но в августе началась Первая мировая война, и было решено, что это новое здание отдать под госпиталь. И до 17-18 года оно целиком находилось, вот тут был госпиталь. И вот сохранились вот эти вот фотографии, фиксирующие. Вот 15-й год, вот они зафиксировали наше здание. И сейчас оно, и, значит, когда уже стал Хутымас, это здание стало символом Хутымаса. Потому что действительно новые конструкции, на Мясницкой это была старая усадьба, и, ну, считается, что построенная Баженовым. У нас старая усадьба тоже классическая, а вот это здание как раз, когда, и, значит, после гражданской войны было принято, что свободные мастерские, здесь, значит, поместились разные мастерские. И с 20-го года, когда в Хутымас, здесь проводился курс протопедагогических дисциплин. И вот это здание стало как бы символом Хутымаса, оно действительно уникальное. Вот. И вот в этой части, где мы по плану видим, вот видите, вот мы сейчас находимся с вами вот в этой части здания, здесь находился скульптурный факультет. Вот сразу мы видим, вот, смотрите, вот эта экспозиция посвящена. Вот мы это угадываем, вот видите, вот эти колонны. И у нас тут яркий пример есть, вот по старым фотографиям скульптурный факультет не сохранился в оригинале, потому что это глина была, и, то есть не все разрушено, но старые фотографии нам позволяют вот это все восстановить. В комиссии была Мухина знаменитая. Наш скульптор, 27-й год. И у них было задание «Путь к социализму». Надо было построить фигуры, которые одетые и раздетые. Вот видите, вот мы здесь видим, в одежде они, а здесь... И вам ничто не напоминает вот этот символ? Конечно.
конечно, понимает. Ну, понимает, да, рабочие колхозницы. Действительно, значит, у нас есть статья, что Мухина этой Коварской стала говорить: у вас замечательная скульптура, значит, надо над ней дальше работать. И действительно, сама Коварская стала известным скульптором московским. Так идея Коварская? Идея Коварская. Коварская. Она автор. Но когда случилось, что нам в очередной раз планировалась выставка в Париже «Достижения советского искусства», то именно автор Мухина, как бы вот эта идея, она стала символом, и вот этот памятник, и скульптура рабочей колхозника. А мы это к чему говорим, что идеи формировались во Вхутемасе. Сама галерея была создана в 2006 году, тоже по моей инициативе, когда я приехала из Баухауса, где у Баухауса все есть музеи, у нас ничего нет. И ректорат, а тут у нас как раз было временно, ну там, то есть я предложила сделать галерею Хутемас. И ректорат нам отдал вот это пространство, где здесь мы делаем сменные выставки в зале, а на антресоли мы покажем как бы 20-е годы. И сейчас у нас здесь представлена уже как бы предыстория самого Хутемаса. Ну, надо отдать должное, вот у меня под рукой нет, что много. Вообще у нас, когда закрылся Хутемас в 30-м году, то три десятилетия этой темой фактически никто не занимался, потому что у нас было возрождение. И вот когда началась оттепель в 60-х годах к новому, и надо было искать, и европейские музеи попросили какие-то выставки, и авангард потребовался, и тогда наши ученые стали собирать свою историю. И вот тогда слово «дизайн» появилось, институты. Тогда Строгановку восстановили. Она после 1946 года здание ей строила, и сама Строгановка, там такой был ректор Быков, который учился на дермедфаке, и он сотрудников заставил историю Хутемаса собирать. Они как бы, потому что действительно Строгановка очень мощный пласт вот в истории этого Хутемаса. И исследования проводились, основную роль, конечно, сыграл хан Магомедов, который в это время, значит, он вообще-то, наш выпускник, занимался Дагестаном, но поскольку в Институте теории истории архитектуры он работал, его попросили заняться архитектурой. И, значит, все сходили в архивы, изучали, но его роль наиболее значима, потому что он решил просмотреть домашние архивы. Потому что тема в Хутемас была, ничего, изображений нету. В общем, то есть мало материалов. Так вот, он, раскрывая архитекторов, он вытащил целый пласт материалов и через учеников того же, в первую очередь, имя Ладовского. Вот у нас там представлены вот эти, которые придумал дисциплину пространства. Дело в том, что Ладовского архив не сохранился, потому что во время эвакуации в 1941 году, значит, всеми до этого было, Москва, в общем, готовилась к эвакуации, и в это время он скончался, он как раз жил на Мясницкой, там, где вот в одном, где профессора жили, и его архив валялся на помойке, то есть он исчез. И у него только там две маленькие статьи остались. А вот ученики хан Магомедова, Селима Марчу, рассказывали, значит, как проходила эта дисциплина. И сейчас мы к ней вернемся, поскольку мы пришли сюда. Значит, короче говоря, я что хотела сказать, что историю в Хутемасе как бы занимались. А вот этот период, который был свободный в мастерские, он был как бы упущен. Знали, что некоторые художники там учились. Но что это такое было, и специальных не было ни публикаций, ни исследований. Я в 2011 году выиграла грант на проведение этого исследования. И мы с учеными
вот обратились к этим школам, когда была первая реформа, и когда в Петербурге, в Казани, в Саратове, Пензе, там были тоже школы художественные, на базе которых были свободные мастерские. И мы выявили и по материалам 20-х годов вот системы Норкомпроса составлена табличка, сколько было вот на базе в Москве, в Петербурге и так далее, и в других городах, какие мастерские были, живописные, скульптурные, архитектурные. То есть вот это преддверие в Хутемаса. Из 20-го года организуется в Хутемаса. Вот на этой карте представлены те города, где у нас были свободные мастерские, будущие в Хутемасе. Ну, это узнаваемая наша Строгановка, первый СГХМ, это училище живописи, второй СГХМ. Это, ну, ее называют Академия художеств, да, потому что там находится и сама Академия, но сегодня это институт имени Репина художественный внутри, и музей, и там целый комплекс. Но тогда это было высшее художественное училище, которое стало именоваться Петроградскими свободными художественными учебными заведениями. И еще одна школа типа нашей Строгановки – это Штиглица. Знаменитая школа, она была тогда частная, она тоже превратилась в Петроградские свободные декоративных искусств мастерские. Это две столичные, и дальше идут у нас школы в Витебске, Казани, Саратове, Плоть Ярославле. Вот здесь вот они окружены. И вот эта тема у нас до сих пор есть круг ученых, которым мы продолжаем вводить вот эти материалы. И вот здесь на небольшой выставке, которая у нас была в столетии, представлены, значит, работы. Здесь у нас сама география и заслуга этому принадлежит Луначарскому, который, значит, вот он у нас... Как сказать, вот о нем еще не написано исследование, что он поддержал, когда школы разваливались, когда в 17-м году были демонстрации «Мы хотим свободное искусство», потому что ни Академия художеств, ни Московской школе, они учились традиционно, никаких левых искусств. Хотя в это время, мы знаем, многие там Гончаров и так далее уже учились в Париже и хотели в живописи новаторских искусств, в архитектуре. Все было по-старому. Так вот, и они ходили с плакатами «За свободное искусство». И в это время, значит, Луначарский и его Штернберг, который руководил отделом изобразительных искусств Норкомпроса, значит, они сюда привлекли всех современных художников и сказали, давайте сделаем вот эти вот мастерские, сделали инструкции, и они назывались «Свободные, но государственные художественные мастерские», чтобы подкрыть. Инструкции все были разосланы по городам, и там образовались вот эти все свободные мастерские, работы которых вот мы впервые вот здесь вот показываем каждой школы. Потрясающая Казанская школа, Вологда, видите, Самара, Саратов, Ярославль. И вот здесь вот, значит, да, они, в общем, в миниатюре представлены интереснейшие работы. И там тоже авангард проходил. А вот здесь у нас Московская и Питерская школа представлена отдельно. Вот, смотрите. Петроградские. Вот мы видим знаменитых руководителей мастерских Петров. Воткин, Бенуа, Тырса и так далее. И вот здесь вот в музеях, в Русском музее, музее Академии художеств сохранились работы, значит, вот того времени, 19-х годов, под руководством вот этих мастеров. И, значит, как я вам сказала, что Петроградские мастерские бывшие училища, вот тут под руководством Петрова Воткина мы видим вот эти вот работы известной художницы. И представлена архитектурная. Значит, я хотела обратить внимание на башню Татлина. Все его знают. Почему она тут? Да, и почему она здесь? Да очень просто. Вот Татлин, он входил в группу вот эту ИЗО Норкомпроса, и здесь руководил свободным мастерским в 18-м году. Тоже у него были свои ученики, но и у Малевича, кстати. Малевич уехал в Витебск,
А Татлин уехал в Петербург. И в 19 году вот Пунин, известный, вот они решили, да, ему выделили мастерскую. Бывшая мозаичная мастерская Академии художеств стала называться, вот тут у нас плакат, который есть в собрании, называется так, бывшая Академия художеств, мастерская объема, материала и конструкции, профессор Татлин. Вот это объявление, которое нам, кстати, ученица Комарова передала, вот тут оно, копия висит, что состоялся митинг 8 ноября, значит, в 20-м году, когда вот эту башню построили. Значит, он со своими мастерскими, известными художниками, учениками. То есть вот эта башня была сделана в стенах учебного заведения. И поэтому у нас много таких вот примеров. Я хотела на это внимание обратить. Значит, и вот такие известные. Сейчас мы с петербургскими музеями хотим тоже в 21-м году, потому что когда в Хутамас организовался, то в Питере на базе свободных мастерских в апреле 21-го года их Хутамас организовался. Но вот здесь у нас представлены тоже, видите, знаменитые ученые, там Линтулов, Удальцова и так далее, в первых СГХМ. И у нас вот есть такие вот рисуночки, и вот в архитектуре еще пока классика продолжалась. Вот. И вторые мастерские, где вот была вот знаменитая фотография, есть мастерской Машкова, Ильи Машкова, где у них прям написано «Мастерская Ильи Машкова» на Мясницкой. И вот они все стоят в центре, вот эта фигура, тоже известная фотография. Наша московская школа, она до нашего музея не изучалась. Значит, вот дореволюционные труды были изданы по Академии художеств, Институт гражданских инженеров, что-то было даже построгано в ходу революции. Не было ни списков, ни выпускников. И когда я начала музей делать, первым делом мы стали в архивах смотреть названия этих школ, как они назывались, педагогов и кого выпускали учеников. И у нас есть целая система трудов, которая, кстати, вот у нас когда было 250 лет Московской школы в Малом Манеже, то с Моснаследием мы проводили даже конференцию и издали часть, вот один выпуск был при помощи вашего наследия издан. Поэтому вы участвовали тогда. Вот. И, можно сказать, мы впервые заявили о нашей школе, потому что она действительно древняя. Она впервые здесь стали архитектурное образование получать в школе Ухтомского и так далее. Но зданий у нас не было специальных, и мы скитались из одного здания, переезжали в другое. И история наша постепенно забывалась после разных, значит, вот там войн, реформ и так далее. И старики наши вымирали, и кто-то что-то, в общем, от Хутамас, вот, можно сказать, хан Магомедов, и мы по его эстафету держим, мы собрали вот эти материалы. И выяснилось, что, значит, Московская школа, она, ну, своя специфика, интерес, мы это публикуем. Но впервые вот этот Хутамас, эти идеи вырвались вот с 20-го года на весь мир, потому что именно в 20-м году, когда сделали мастерские, тогда разрешили, или чтобы уже педагоги за 2 года придумали вот эти идеи. И, значит, вы уже знаете, что были созданы на живописном факультете дисциплина «Цвет», где Александр Веснин с Поповой, графическая дисциплина, которую создал Родченко, на скульптурном факультете Королёв и Лавинский создают дисциплину «Объем», а на архитектурном факультете, значит, Ладовский создает новую дисциплину под названием «Пространство». Самое интересное, что ведь на архитектурном факультете также продолжалась классика. Были мастерские Желтовского и Щусева, были нейтральные, тоже Голосов искал свои новации, но было как бы совершенно новое. И задача перед Ладовским стояла, как учеников, которые пришли и что-то там
какие-то навыки есть, но без образования их ввести в курс, и чтобы они уже мыслили с архитектурными. И вот эта дисциплина, когда, значит, в сентябре 2020 года собрали архитектурный факультет и стали профессоров опрашивать, кто с чем, там, традиционно, там, ордера, классика и так далее. А Ладовский выступил и сказал, мы будем делать параллелепипед. Параллелепипед. И все ахнули. Как-то, какой параллелепипед? Вот, значит, его методика заключалась в том, что он, выдавая вот проекции, надо было их сделать аксонометрию и сделать макет. Макет. Вот тут у нас как раз примеры в наших аудиториях, которые здесь были, как проходили этот макет, можно было вылепить из глины, из гипса, из бумаги, из картона, проволоки, чего угодно. И тогда, когда вообще была разруха, голод, то есть вот создавались вот эти вот проекции. Причем эта дисциплина как раз он создал такую серию работ по выявлению фактуры, пространства, массы, веса. И первое задание называлось «Отвлеченное», где надо было просто вот такую фигуру построить, а второе – конкретное, производственное, где надо было построить вот элеватор. Вот видите, вот у нас чертеж, например. То есть там уже производственно. Месяц это задание, месяц другое, ученики стали мыслить. И к нему стали приходить со всех мастерских. Вот один из учеников пишет, что он, когда послушал Ладовского, который не хотел от Щусева уходить совершенно, его захватил дух, что что-то новое, что-то новация. Они давно об этом мечтали. Короче, в его группы собрались вот эти люди, которые... И вот у нас есть вот эти работы. И вот видите, он дальше он выходил на пространство само, где надо было вот эти вот вещи сделать. Короче, в 23-м году, в конце учебного года, три учебных года вот этих вот, эти дисциплины, и вот у нас на маленькой фотографии зафиксирована выставка как раз мастерской Ладовского, она называлась «Обмаз. Объединенные левые мастерские». Его поддерживал Кринский и Докучаев, выпускники Академии художеств, они тоже с ним вместе были. Ладовского предложили сделать, чтобы его ассистентом, он сказал, мы все профессора. Короче говоря, вот эти три года прошли, на выставке даже был Луначарский. И они, когда увидели, что вот эти вещи помогают пространственно мыслить, ведь, смотрите, тема макетов, она древняя. В древности из там материалов, пробок, делали всякие макеты там, всякие, или в Петербурге Академия художеств есть, когда уже проект сделан, и как бы уже как существующий его показывают. Но чтобы макет служил инструментом, не чертежами, а в макете делать форму, это была просто новация и удивительная ситуация. И до сих пор, сейчас мархи, когда эту дисциплину восстановили, все мыслят в макетах, эскизы, вначале и до сих пор эта тема уже по всем школам распространилась. Так вот, и в 23-м году было решено, что на базе вот этих 8 факультетов давайте выделим первые два курса, и было создано основное отделение. И всем студентам было велено вот эти дисциплины, особенно дисциплина пространства, все живописцы, керамисты должны были выполнять вот эти задания. То есть развивать даже у живописцев или там, где обработка дерева и металла, вот эти пространственные формы. И тем самым вот уже все стали выполнять. Это вот как раз снимки, как раз сделанные 26-27 учебный год, значит, когда уже все выполняли. Но с 23-го года уже, значит, сам Ладовский продолжил обучение на арфаке со своими студентами. Они сделали курсовые работы и потом дипломы. А параллельно Кринский остался, ему выделили тех студентов, бывших Балихина, вот, Ломцова, Туркуса, с
которыми они продолжали, будучи студентами-ассистентами, они всем факультетам раздавали вот это задание. В общем, благодаря вот этой теме мы на весь мир прославились. У нас до сих пор приезжают из разных стран, и там из Лондона, Канады и так далее, значит, для того, чтобы посмотреть, какая это дисциплина и как они ее могут сюда внедрить. Ну, в общем, здесь показаны и примеры вот и Дермедфака, и дисциплины цвет, и да, вот там тоже производственные задания. И мы видим те лица, те люди, студенты, которые в тяжелейших условиях того времени, голода и разрухи, создавали вот такие школы. Вот у нас, говорит, Баухаус весь мир, и в Хутемас тоже весь мир, потому что некоторые коллекции лежат в заграничных музеях, вот в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесе есть музей Гетти, где они специально закупили, там фонд Хутемаса есть.